Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас на нашей первой встрече в рамках мастер-классов. И, наверное, очень правильно, мастер-классов, которые проводит Высшая школа журналистики и медиакоммуникации, наверное, очень правильно, что первую нашу телевизионную встречу, первую нашу очную встречу для тех, кто присутствует сегодня в студии, мы посвящаем теме, которая вроде бы в подтверждении своей актуальности не нуждается, и в то же время применительно к этой тонкой взаимосвязи масс-медиа, массовой коммуникации. И вот, собственно, эта проблема, эта тематика всегда вызывает острые споры, непонимание, сомнения, иногда обиды. И поэтому еще раз приходится к ней возвращаться. Это вопросы, это проблемы, связанные с благотворительностью, с милосердием в нашем обществе и с тем, как это находит отражение в массовых коммуникациях, прежде всего в средствах массовой информации, на новых медийных платформах, там, где единомоментно могут быть задеты интересы огромного числа людей, в том числе и людей, находящихся в очень сложном жизненном положении. И я благодарю прежде всего тех, кто сегодня пришел к нам на эту встречу для того, чтобы поделиться своим мнением, видением того, как они считают важным сегодня и саму благотворительность, в каком контексте, в каком аспекте они ее рассматривают, а, кстати, занимаются, и в том числе, и прежде всего и занимаются. И как они видят в этой связи роль и место масс-медиа, журналистов, тех, кто так или иначе имеет доступ к средствам массовых коммуникаций. Под ваши бурные аплодисменты я представляю наших гостей. Камиль Хазрат Самигуллин, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана. Наш гость, протоиерей Александр Ткаченко. Сейчас буду читать по подсказке ваши титулы. Они, в общем, очень важны, хотя достаточно сказать отец Александр, и все-таки основатель и руководитель первого в России детского хосписа, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности, социальной ответственности и гражданского просвещения. А еще, что очень тоже важно, на мой взгляд, первый лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области благотворительности. Я, кстати, не имел возможности вас поздравить с этим. Мы видели, как президент России вам вручал эту премию. Это действительно высший знак признания того, чем вы занимаетесь. Я напомню для тех, кто находится здесь в зале, что у нас уже были встречи в Казани. Мы уже посвящали целые семинары этим проблемам, о которых я сейчас говорил, о которых мы продолжим разговор. Но было очень приятно, что вот и на самом высоком уровне государственном это находит понимание и одобрение. Еще раз поприветствуем. И наш коллега, наш друг, наш партнер, журналист, руководитель отдела национальных проектов самого крупного в Российской Федерации Международного информационного агентства России сегодня Радик Амиров. Итак, я достаточно много сказал, и надо, мне кажется, передавать слово нашим участникам беседы. Итак, тема благотворительности, да, ее остроте говорить, о ее сложности не приходится. И все-таки, если можно, несколько слов хотелось бы услышать от вас. Как вы ее сегодня себе видите? Что вы считаете ключевым в определении этого понятия и в том, что можно и нужно делать, в том числе при поддержке средств массовой информации? И что вызывает у вас на нынешнем этапе, непростом этапе развития страны, некоторую, возможно, даже озабоченность, а может быть и радость? Давайте, отец Александр, мы с вас начнем. Хорошо. Да. Потом добавим. Добрый день, коллеги. Ну, во-первых, спасибо большое за то, что пригласили выступить в этом университете с удивительной историей. Я благодарю вас, Владимир Григорьевич, за приглашение и за организацию мероприятия. Спасибо вам за гостеприимство. Тема благотворительности, наверное, самая острая в жизни нашего общества. И ни о чем так бурно не спорят средства массовой информации, как о том, что же происходит сейчас в жизни благотворительных организаций. Их стало очень много. Каждый из них выносит на поверхность очень острые
проблемы, с которыми сталкиваются, с которыми сталкиваемся мы в повседневной жизни, начиная от детей с тяжелыми заболеваниями, семейные проблемы, проблемы, связанные с экологией, проблемы, связанные с доступностью среды, проблемы отношения к животным, множество проблем. Общество и то, как эти проблемы подаются в обществе, вызывает реакцию, бурное обсуждение. Хорошо, когда за этой эмоциональной реакцией следуют какие-то конкретные действия, и создается, например, благотворительный фонд, который ищет пути решения этих проблем. У средств массовой информации есть удивительный ресурс, они влияют на умы. Общество изменилось тренды восприятия информации, и в том потоке информации, которая падает на голову современного человека, нужно уметь ориентироваться. И вот мы должны констатировать, что цифровизация общества привела к тому, что люди воспринимают информацию очень коротко, очень лаконично, и, соответственно, от вас, от журналистов, в подаче информации, в том числе и на теме благотворительности, ожидается такой же афоризматичности, ясности суждений. Но когда вы пишете о социальных проблемах, когда говорите о беде другого человека, с которым вы столкнулись, конечно, в первую очередь нужно быть объективным. И от журналиста ожидается и погруженность в проблематику, знакомство с данной темой, способность провести аналитику достоверности информации. И самое главное, пропустив через себя, не просто показать боль другого человека, но и сделать так, чтобы общество, увидев это, правильно, этично отреагировало. Мы неоднократно говорили о важности соблюдения этических норм при освещении тем благотворительности, о том, как не навредить героям своего романа, написав о них статью. И, ну, наверное, сегодня чуть более подробно мы коснемся этого. Очень большая роль в развитии благотворительности сейчас принадлежит религиозным организациям. Именно поэтому мы сегодня находимся здесь вместе с вами. И потому что каждая религиозная организация – это сообщество мотивированных людей, которые хотят изменить мир к лучшему, которые ведут, может быть, небольшие, но очень эффективные программы, направленные на помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уходом за людьми больными, за пожилыми людьми. Я знаю, что мусульманская община Татарстана очень большие ведет программы благотворительности, в том числе помощи заключенным, и вы там чуть более подробно об этом расскажете. В общем, мне кажется, что вот эти темы мы сегодня сможем более подробно осветить во время нашей беседы. Вот, и мы надеемся, что там, наше мнение поможет вам вырасти в высококлассных журналистов. Спасибо. Спасибо, комиссар. Коли мы начали говорить о журналистике, то я сразу вспоминаю один аят из Священного Корана. По моему мнению, этот аят, он как раз обращен к тем, кто работает с масс-медиа. И Всевышний Господь в нем говорит: «Инджа афасикун бинабаин фатабайяну». Если к тебе пришел человек, который явно совершает грехи, нечестивец. Фасик на арабском языке – это тот, кто не стесняется своих прегрешений, делает это открыто. «Бинабаин» с какой-то новостью, с какой-то вестью, «фатабайяну», то сначала проверьте. То сначала проверьте. Поэтому прежде чем, то есть иногда в погоне за современным словом таким хайпом, человек может навредить герою своего романа, как вы выразились. И это мы часто видим. То есть освещается какая-то история, вопрос не решается, человек страдает. Все узнают, может быть, подвергается какому-нибудь освистыванию, но об этом мы должны думать. Мы в ответе за то, что мы пишем, и последствия, они тоже будут на нас. Что касается социальной работы именно в Татарстане, и я могу говорить только за
то есть сегодня отвечать за духовное управление мусульман республики, то кто-то может сказать, что чего-то не видно, но нужно осознавать, что есть определенные круги взаимодействий. То есть, например, круг спортсменов — это определенный круг, и у них есть какой-то интерес, который они знают, и мы в этом ничего не понимаем, например. Да? Круг журналистов — это совершенно другой круг, они друг друга знают, у них своя жизнь. То есть у нас очень, наш мир состоит из многих кругов. Например, ты начинаешь заниматься каким-то спортом и понимаешь, что вот у них там, там самые лучшие кроссовки для бегуна такие-то, а мы об этом не подразумевали. И поэтому, быть может, не следя за нашей жизнью, вы чего-то не видите, не слышите. Нам вот был задан вопрос, когда во время Курбан-Байрама мы в каждую колонию завезли мясо, чтобы обрадовать всех. Я говорю, а зачем вот помогаете заключенным? Это же преступники, это очень плохие люди. Лучше бы детям помогали. Но если мы помогаем заключенным, это не значит, что мы не помогаем детям. Мало кто знает, что в прошлом году более 40 детям через наш фонд «Закат» была оплачена операция. Это тяжелобольные дети. Также у нас при духовном управлении есть детский дом в Тюльчинском районе. И кого мы берем в этот детский дом? Только детей-инвалидов. Это те дети, которых никто не хочет взять. Они никому не нужны. То есть, если здорового ребенка еще кто-то себе возьмет, то ребенка-инвалида брать никто не хочет, и мы их туда собираем. То есть те дети-отказники их называют. То есть, об этом тоже никто не слышит. Но, с другой стороны, вроде бы нужно себя показать, как сегодня любят говорить, если в Инстаграме не показал, значит, ты этого не делал. Но у нас и другая мотивация, мы-то делаем что-то ради Господа. Например, я также вспоминаю из Курана, когда жена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи саллям, они сами жили очень трудно, но у нее появлялись какие-то средства, она сразу же пыталась это раздать. И когда люди хотели ее поблагодарить, она запрещала делать им это. И в Куране дословно говорится: «Иннама нутаимукум ливаджхиллях», мы кормим вас лишь только ради довольства Всевышнего Господа. «Ля нуриду минкум джаза уаля шукура», и мы не хотим от вас ни какой-то наград, отдачи, и даже спасибо мы от вас не хотим. То есть у нас есть тот, кто нас наградит. И вот это самая главная мотивация. Потому что сейчас очень много фондов на самом деле, и люди разбиваются вот об эти камни, когда не видят, как тратятся их средства. Поэтому очень важным является, чтобы было все прозрачно. Поэтому мы вот и на сайте фонда «Закат», куда ушли средства, на что это было потрачено, там на дорогу, на питание нуждающихся людей, может быть, оплатили операцию, купили там какую-то коляску. Например, около парка сейчас мы вот взаимодействуем с центром ресоциализации заключенных. Для чего опять? Вот к этому вопросу возвращаясь, для чего мы это делаем? Помогая им, мы помогаем себе. Это в любом вопросе. Помогаем себе в первую очередь, потому что этот человек выйдет, когда-нибудь он выйдет. И если он не сможет устроиться на работу даже дворником, то есть его никто не берет, потому что он судим. То есть он опять может вернуться к рецидиву и опять вернется в тюрьму. Но не факт, что вот этот рецидив не повлияет именно на тебя, на твоего ребенка. Поэтому этому человеку нужно подать руку. Может быть, он ошибся, оступился в свое время. Сейчас нужно ему подать руку, чтобы он вошел то есть наше общество, как полноценный член нашего общества, и на самом деле смог исправиться. То есть он выходит из тюрьмы, он не хочет больше туда возвращаться. Но мы видим, когда... То есть вот мы смотрим те ребята, с которыми мы работаем в колониях, у нас в каждой колонии есть имам. То есть имам не оттуда, а имам, который заходит в тюрьму, и там в неделю несколько раз он дает уроки через наш издательский дом «Хузур». То есть мало кто знает, что вот за 5 лет мы напечатали 250 наименований трудов. По большей части это переводные труды со старо-татарского, с арабских языков. Мы вот переводим наше богословское наследие, с которым мы обязательно должны знакомиться. То есть духовное управление – это некий зонтик, который охватывает всех мусульман. У нас есть, то есть, разные верующие люди. То есть, или у нас в основном человек или православный, или мусульманин. Кто-то любит музыку, кто-то не любит музыку, кто-то более богобоязнен. То есть каждому нужно что-то дать. Кто-то хочет учиться, получать образование, кто-то хочет просто заочно, а кто-то хочет просто изучить татарский язык в мечети, например. Да? Поэтому мы как духовное управление пытаемся удовлетворить все эти потребности. И вот человек сидит в тюрьме, мы взаимодействуем с ним, и мы смотрим на процент, что очень маленький процент тех, кто ходил в мечеть и после вернулся опять в тюрьму. Это результат. Затем человек выходит, ему нужно помочь, чтобы он на какую-то плохую дорогу не встал, прошлые друзья... То есть не затянули его обратно в старую пучину. Мы с ним взаимодействуем, пытаемся помочь ему с работой.
Есть те люди, которые поднялись, у них есть бизнес, они когда-нибудь, когда-то в свое время по ошибке тоже прошли это, и они понимают этих ребят и готовы их взять на работу. Значит, нам нужно их познакомить, состыковать. Может быть, он просто охранником начнет быть, как где-то снимет квартиру, там, потом поженился. И вот такой человек никогда не будет думать о плохом. У него дети, у него свой быт. То есть думаю, что я смог донести. Это очень важная работа. Работая с заключенными, мы помогаем сами себе. И любая благотворительная работа – это то же самое. То есть мы должны понимать, что мы делаем это ради своего Господа, ждать награды именно от Него и понимать, что, помогая нуждающимся, я в первую очередь помогаю себе, зарабатывая довольствие своего Господа. То есть это самая главная мотивация. Если это делать за зарплату, за что-то, то есть очень мало людей можно мотивировать финансово. То есть человек за каждый шаг будет просить деньги. Но вот больше делают подвиги те люди, которые делают это искренне и ради Всевышнего. Вот, спасибо. Вот вы сейчас акцент очень серьезный сделали на термине мотивация. И вот, наверное, я сейчас попрошу это прокомментировать с точки зрения интересов и мотивов журналиста. Вот хайп, как мотивация, у вас прозвучал термин хайп, да? Трафик, хороший рекламодатель. Ну, понятно, да, вот эта мотивация, которая сегодня превалирует вот в профессиональной среде. Хорошо это, плохо, не знаю, но такова жизнь, да. Что, с вашей точки зрения, может мотивировать журналиста, если он, конечно, не глубоко верующий человек, если он искренне, действительно, вот, что называется, молоком матери, не впитал в себя то, что мы называем благотворительностью, состоянием сострадания к ближнему. Вот какие вы видите мотивационные начала, которые можно было бы развивать профессии для того, чтобы вот, ну, меньше ужаса, чуть больше добра, да? Спасибо. Спасибо за приглашение, Лен Григорьевич. Спасибо, Алисян Наилевне. Спасибо за приглашение уважаемому муфтию Камилю Хазрату Самигуллину и отцу Александру Ткаченко за совместный проект. А когда Камиль Хазрат сказал, что вот мы ходим в колонии, я помню свою первую статью в газете, посвященную помощи муфтиятов духовного управления колониям, я тогда спровоцировал неплохой, с моей точки зрения, хайповый материал. Я написал «Имам попал в тюрьму» с таким заголовком, чтобы об этом прочитали. Просмотров было достаточное количество, 1030, наверное. Но потом я понял, что какую глупость я сотворил. За погоней за хайпом люди читали, что на самом деле имам попал в тюрьму. Многие мои, да, скажем, оппоненты говорили, а у вас там муфти в тюрьмах сидят, да? То есть они, даже не прочитав сам материал, анализировали, что, так сказать, человек, который служит на ниве ислама, попадает в тюрьму. Одна из ошибок, да, журналистских. То есть в погоне за хайпом нельзя переходить, наверное, какие-то границы. Хотя сама хайповая система, она, конечно, для меня, лично для меня, она неприемлема. Но иногда, конечно, хочется, чтобы читатель тебя обратил твое внимание именно на твой материал. Что касается мотивации. Тут есть представители РПЦ, есть представители ислама. Хотел бы сказать, чтобы должен быть некий свой пул журналистов. Камиль Хазрат сказал, что вот есть спортсмены, есть... Мы же знаем, что любой клуб, тот же Акбарс, тот же Рубин, вывозит своих журналистов, так называемых карманных журналистов, на выезды за рубеж. Это образует свой пул. Есть вот эта мотивация посмотреть мир заодно и пообщаться с футболистами, поговорить с коллегами из других городов, из других стран. Мотивация как сама по себе, с моей точки зрения, Леонид Григорьевич, то, что мотивацию нельзя вбить в голову. Да? Либо человек работает на ниве благотворительности, например, вот что касается вас. У вас есть, наверное, более чем уверен, свои журналисты, которым вы доверяете. Есть те, кто, с кем вы работаете каждый день. Вам так, очень доверяем. Да, спасибо, я это чувствую. Да. Но тут еще буквально вот на днях... Я не буду говорить имя муфтия, не буду говорить. Мне прислали материалы, сказали, что мы, МИА России сегодня, не пишем, не написали об одной встрече муфтия с одним высоким
человеком. И они обвинили меня и мое агентство в том, что мы не достаточно мотивированы в написании об этой встрече. Мы стали разбираться, и я понимаю, и он понимает. Я говорю, а вы нас пригласили? И этот человек религиозный говорит, а мы думали, вы там это наш мониторите каждый день. Я говорю, а почему вы нас не приглашаете? Ну вы же обязаны ходить. Ну почему я обязан? Вы сказали, да, мы работаем не за зарплату, да, если там честно говорить. Да. Ну пригласите. Ваши показательные выступления, Камиль Хазрат, это и во время Рамадана, когда вы устраивали на 10 тысяч человек, да, это вот мотивация. То есть это не просто, сказать, вы же не только мусульман пригласили, насколько я понимаю, да, там все-таки большинство, конечно, наверное, были мусульмане, наверное, были иудеи, были, наверное, христиане, а может быть, были атеисты, кто знает. Раввин точно был. Раввин точно был, значит. Вот мотивационная, часть, с моей точки зрения. Что-то необычное, но не в сторону хайпа. Хайп вообще как бы слово неприемлемо для меня. Что касается Александра Евгеньевича Ткаченко, ну вот у него тоже есть хорошие поводы. Мы, помнится, в прошлом году устраивали день урок мира, да, Александр Евгеньевич? Да, я хотел рассказать об этом. А, я тогда не буду забегать вперед. Вот эта мотивационная часть, когда известные люди приходят к вам в хоспис или в мечеть, или оказывают детскому дому какую-то помощь, какую-то поддержку. Вот это мотивация, вот этот повод. Но, опять же, в эту тему нельзя затащить коллегу на аркане. Вот с нами приехали ребята из Москвы, из коллеги, я сказал, ребята, вот есть список, кто поедет? Ну, приехали те, кто посчитал нужным. Что их мотивировало? Может посмотреть Казань. Может быть. Но эти ребята сегодня с коллеги, сегодня с нами. Может быть, они познакомятся с муфтием. Может быть. Мотивация может быть разная, но с моей точки зрения, опять же, вот это комплекс, как вы сказали, круги, да, там есть мотивационный круг познакомиться с коллегами, пообщаться и написать об этом. А вдруг вам эта тема не понравится? Не знаю. Как-то вот расплывчато, может быть, Игорь Григорьевич. Спасибо. Ну вот вернемся к теме благотворительности, то, что говорил отец Александр. Я так понимаю, вам есть что рассказать из некоторых конкретных примеров, дел своих, да? Но вот к тому замечанию, которое вами было высказано, что хотелось бы, чтобы вопросы, связанные с благотворительностью, с некоторой гуманитарной, скажем, да, так, деятельностью человека по отношению к другому попавшему в трудную ситуацию, была объективной. Вот здесь все время возникает проблема границы, да, этическая проблема. Вы основатель первого в России хосписа детского. Вообще трагическая тема. Это, наверное, на очень много процентов дети обреченные. Заходит журналист в хоспис. Или начинает заниматься проблемой, связанной с, ну, например, детской онкологией. То, что трудноизлечимо и, как правило, неизлечимо. Ну, так пока медицина, да, работает. Вот где объективность заканчивается и начинается спекуляция на теме, с вашей точки зрения? Или излишнее выдавливание слезы, которое никак не помогает, а наоборот, даже где-то и вредит? Вот тема границ. Знаете, я как общественное лицо тоже прохожу некий процесс внутреннего роста. Когда ко мне приходит журналист, я в первую очередь пытаюсь взять у него интервью. Мне хочется понять, почему этот человек ко мне пришел. Какие мотивы побуждают его написать статью о хосписе или там, на какую-то иную острую тему. Потому что, во-первых, это выстраивается диалог, и разговор становится живой. С другой стороны, как священник, я помогаю ему перестать быть просто профессионалом, а немножко раскрыть свои личные черты. Я вообще считал, что в журналистике идут люди неравнодушные, которые хотят на острие пера, как на острие шпаги, вот совершить подвиг какой-то, изменить мир. И любая тема, к которой приступает серьезный писатель, должна пройти через внутренние переживания, через этапы размышления.
Конечно, в потоке новостей и те же ваши коллеги, которые трудятся, освещая постоянно меняющиеся новости, у них нет времени на рефлексию. Но те из вас, которые пишут серьезные статьи, и потом становятся экспертами, например, в области социальной журналистики, там, ну или там, какой-то иной темы, становятся носителями идеи. И от меня ожидается не просто подача информации, а предложение своего ответа на очень сложный вопрос. Когда человек приходит в хоспис, хочет писать о теме жизни и смерти, или о том, как ребенок или его родители переживают вот эти сильные эмоции, связанные с окончанием жизни или тяжелой болезни, скорее всего, мой собеседник ищет ответ для самого себя. И он не хочет написать яркую статью, он хочет написать статью глубокую. Поэтому я лишь пытаюсь избавить журналиста от ухода в показные эмоции. Мы стараемся помочь журналисту настолько вот войти в жизнь своего собеседника, чтобы он стал для него другом, который будет уважать личное пространство, уважать личные истории, не напишет такую статью, от которой потом человеку будет крайне неудобно возвращаться в школу или же продолжать жить в обществе. Последнее время многие журналисты, которые пишут на социальные темы, сами становятся участниками благотворительных акций. И вот в прошлом году, 31 августа, журналисты агентства РИА Новости устроили в детском хосписе очень красивый, очень красочный праздник. День национальности, так он по-моему называл? Урок мира. Урок мира. Ну, День национальности. Да, урок мира. И на площадке перед зданием хосписа были представлены различные национальности. Каждый имел какой-то свой шатер или дом, предлагал свою национальную кухню, играла своя национальная музыка. Эти дети, которые по причине тяжести своего состояния не могут выехать за пределы больницы, могли просто посетить буквально всю нашу большую страну, обойдя каждую из палаток, расставленных вокруг детского хосписа. Так вот этот замечательный, красивый проект, который включал в себя и декоративное оформление, и великолепную кухню, и артистов, был сделан журналистами РИА Новости, как волонтерами. Они пришли уже в хоспис не просто как те люди, которые хотели написать интервью. Они пришли как те люди, которые, написав интервью, прожив жизнь со своим пациентом хосписа, с героем своего интервью, захотели ему помочь. И вот это, мне кажется, очень важный аспект в работе социальных журналистов. Они становятся сами участниками вот этого благотворительного процесса, и не только уже на острие пера, но уже и, так сказать, личным творчеством меняют мир к лучшему. Спасибо. Спасибо. Позвольте вам тот же самый вопрос, да, где с вашей точки зрения вот эта грань, когда этика, желание совершить благость, ну, через слово, через картинку соответствующую, да, превращается, ну, в свое противоречие, противоположность свою, когда это начинает вредить, и что можно сделать, чтобы этого не происходило? Ну, как человек должен примерять это на себе, то есть для чего, по сути, он помогает? То есть кто-то чувствует какую-то ответственность, вот, например, ну как-то успокоить себя. Есть эмоции, он увидел человека, который остался на улице. Или есть какой-то ребенок. То есть тот круг, с которым он столкнулся непосредственно, он увидел, и примеряя это к себе, он не хочет, чтобы его дети такими же были. Или он думает, чтобы вот, да упасет его Господь, чтобы он в эту ситуацию оказался. И поэтому это его побуждает помочь, как бы успокоить себя. То есть он самоуспокаивается, человек. То есть мне кажется, что это
является основной причиной, если вот он не ждет награды от Господа, он просто хочет как это вот слово подобрать? Откупиться? Может быть, да, действительно успокоиться, просто успокоиться и себя удовлетворить, что вот я такой хороший человек, вот есть вокруг плохие, то есть люди, которым плохо, я не могу помочь всем, но вот я кому-то должен все-таки помочь. Мне кажется, если человек будет, то есть неважно, журналист, он не всегда должен помнить, что он журналист, он в первую очередь человек. И человеку, у которого есть определенные обязанности или ответственность перед своим работодателем передать какую-то информацию, и вот теперь он должен, примеряя на себя, то, что вот до меня сказали, примеряя на себя, например, пишет о каком-то ребенке, но вот он постесняется вернуться в школу, постесняется вернуться в свой садик, если о нем написали или рассказали о проблеме в его семье. Поэтому в первую очередь нужно примерять к себе и делать это в надежде, как некая гарантия, потому что все же в руках Господа. То есть я буду помогать им, чтобы самому не оказаться в таком положении. Это как некая молитва, это как некая дуа. То есть для чего я помогаю, для чего я участвую во всех этих акциях, чтобы Господь меня оградил от попадания в это. То есть в первую очередь каждому журналисту и нам нужно помнить, что мы люди. То есть человеческое братство выше любого братства. У Корана есть такое качество, как Коран Карим, Коран благородный. То есть мы всегда не говорим просто Коран, на арабском пишется Коран Карим, Коран достопочтимый или благородный. Есть такой аят «Уалякад каррамна бани адам» – «Мы возвысили, именно сделали каримом не мусульман, там, не какую-то конфессию, сына Адама, потомка Адама мы сделали возвышенным». Поэтому в каждом человеке это присутствует. И вот это нужно понимать, несмотря на ситуацию, на его конфессию, то есть на... Был такой человек, который участвовал в перевороте вот, в Иране в свое время, Али Шариати он писал. То есть мы не совсем согласны, но у него есть интересная книга, называется «Четыре тюрьмы». То есть он как философ размышлял, и он говорил, что каждый человек находится в какой-то тюрьме. Это может быть социальная тюрьма, или вот у него тюрьма биологическая, вот он находится около моря, и он уже вынужден, значит, ловить рыбу, там, искать жемчуг, что-то, и он не может подняться, вырваться из нее. Или вот он деревенский житель, кто-то вырывается в город и вырывается из этой тюрьмы. То есть у каждого человека есть та или иная тюрьма, из которой нужно вырваться. Поэтому неважно, какая у нас профессия, неважно, какие у нас задачи, нужно помнить, что мы тоже люди, и мы всегда можем оказаться в этом. То есть и в хадисе пророка говорится, не высмеивай какой-то недостаток или грех человека, ибо до конца жизни ты тоже можешь попасть в это. То есть с тобой может быть это. С твоим ребенком может быть это произойти. То есть ты высмеивал какого-то человека, издевался над ним, но твой ребенок попал в эту ситуацию. То есть много чего бывает в этой жизни. Поэтому если нам наш Господь не поможет, просить нужно у Него, и любая помощь – это тоже некий вид молитвы, просьбы к Нему, чтобы в это не попасть. То есть мы люди, и это самое главное, мне кажется, вот это должен быть стимул для того, чтобы мы помогали всем вокруг. Спасибо, понятно. Можно поаплодировать, абсолютно поддерживаю. Если есть вопросы, значит, пожалуйста, давайте знать. Микрофон, вы знаете, где находится в зале, да? Пока микрофон передается. Я, знаете, какой вопрос томит еще? Он тоже связан с медийным пространством. Последнее время, ну вот очень интересный пример вы привели того, как РИА Новости, скажем, проводила День мира, да? Но мы знаем, что есть другая форма работы в медиа, это когда вот, показывается чья-то фотография, какая-то жизненная история ребенка, как правило, и там всем миром собираются на него деньги. Вот как вы относитесь к этой форме? Потому что, с одной стороны, она вроде как спасает, и это действительно часто влияет на жизнь этого ребенка или того человека, в помощь которым просят. С другой стороны, ничуть меньшую агрессию это рождает в обществе по поводу, скажем, того же государства, когда люди рано или поздно на каком-то этапе говорят, ну, на всех не скинешься, да, и в конце концов, где наше государство? И растет с другой стороны общество агрессия. И есть другие возражения по поводу такого рода программ или, там, скажем, рубрик. Вот как ваше отношение к такому вот публичному действию по сбору средств во имя спасения кого-либо? Может быть, по очереди даже, как вот. Мне кажется, все всегда относительно, не бывает однозначного ответа. И если семья отчаялась на самом деле, нуждается в средствах и другими способами это найти не могут, и согласны выставить фотографию своего ребенка, но
мы не можем противостоять этому. То есть это их выбор. И если это на самом деле поможет, может быть, в этом больше плюс, нежели минус в данной ситуации. Если же это было не согласовано, то есть вот этот недостаток был выявлен, то есть на всеобщее обозрение, то есть здесь уже тогда как бы это неэтично в первую очередь. Ну, к сожалению, мы видим, что много фондов строит свою работу на сборе денег конкретно под конкретного ребенка. Причем чаще всего публикуется фотография, имя и, может быть, даже и фамилия, и подробности диагноза, что без сомнений нарушает правила защиты персональных данных. Я в этот момент время думаю о том же, в какую же жизненную ситуацию тяжелую должна быть загнана семья, чтобы она согласилась публиковать фотографию своего ребенка на какой-то кружке со сбором денег или же там на автобусе, и обратиться за помощью. Если благотворительный фонд, который собирает средства таким образом, не понимает, что семья находится вот буквально в жизненном тупике, и просто использует это как инструмент для сбора денег, то это очень плохо. И это непрофессионально, это называется токсичной благотворительностью. Но так проще, знаете, даже в среди благотворительного сообщества это называется очень некрасивым словом, называется ловить на живца. Вот. И люди, тем не менее, фонды собирают средства, а как они их расходуют, Бог весть. Без сомнения, они отчитываются в публичном пространстве за собранные деньги, они передают эти деньги семье. Наверное, это самый неэффективный фандрайзинг. И лучше бы, если бы применялись какие-то иные технологии и решались бы вопросы не конкретной помощи одному ребенку, но проблема решалась бы инфраструктурно, решалась бы комплексно. Мир изменился, и сейчас уже общество достаточно болезненно реагирует на такие фотографии детей, и все чаще идет обсуждение в средствах массовой информации о недопустимости такой формы фандрайзинга и поиска иных методов. Эта тема неоднократно поднималась на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Она обсуждалась с профессиональным сообществом. Мы готовили даже методические материалы на эту тему. Они выложены на сайте Общественной палаты. Но всякий раз будьте осторожны, когда видите такие вещи. И если будут просить вас, как журналистов, осветить судьбу ребенка для того, чтобы собрать на нее деньги, подумайте, может быть, есть какие-то иные методы, как можно привлечь внимание к этой проблеме. Вот, и с одной стороны помочь ребенку, с другой стороны решить проблему нехватки средств на, может быть, дорогостоящие операции иным образом. С другой стороны, государство выделяет колоссальные суммы денег на высокотехнологичные операции. И большинство этих детей получают лечение за счет средств бюджета. Бывает, что средств бюджета не хватает или не выделяется на терапию после операции, на восстановительную терапию. И здесь нужна уже помощь общества. Но это уже совсем другая тональность. Государство заплатило за лечение, она прошла успешно, а вот на реабилитацию или на какие-то там антивирусную терапию будет требоваться уже помощь со всего мира. Ну, то в таком случае об этом можно рассказать и попросить общество объединиться для решения этой проблемы, а не истерично говорить, что вот если вы сейчас не поможете, то ребенок погибнет. Вот. Вот мне кажется, что такие журналистские публикации должны быть больше все-таки объединяющими общество вокруг проблемы беды одного человека, нежели выставляющие некую конфронтацию по отношению к органам власти. Спасибо. Я видел, вопрос есть, да? Да. Пожалуйста. Только представляете?
Раз, микрофон нет. Все работает там под запись. Здравствуйте, меня зовут Камила Шакирова, я студентка первого курса факультета журналистики, и у меня был такой вопрос вот про тех людей, которые после тюрьмы идут на путь религии. А как же люди должны исповедоваться у тех, ну, так сказать, которые прошли путь грешника? Ведь к ним не будет такого должного доверия, а напротив, могут начаться какие-то осуждения. Вот как вы считаете? И вообще грехи прощаются? Мы сейчас, я не говорил о том, что они после тюрьмы пришли к религии. Мы говорим, те, кто в процесс, находясь там, пришли к религии. И мы смотрим на процент, что очень мало тех, кто возвращается к рецидиву. Это очень маленький процент. И мы считаем это уже своей победой. Затем, то есть выходя, они не становятся имамами. Мы не говорим, что, почему люди должны им доверять или не доверять. Есть недоверие, которое мешает им устроиться на работу. И человек, я не хочу видеть рядом с собой бывшего заключенного. Но то, что он бывший заключенный, это не значит, что 100% это очень плохой человек. То есть есть ли у нас, то есть среди нас кто-то вообще безгрешный? Разве безгрешные есть у нас? У нас даже вот такая шутка сейчас появилась, говорит, очень много святых, говорит, но мало порядочных. Сегодня, говорит, в обществе очень много святых людей, говорит, но мало порядочных. Все осуждают друг друга. Но вот кто совершенно без греха? Кто не делает его? И наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям, он говорил, «Атта ибу мина дзамби камалян каман ля дзамбаля». Тот, кто покаялся от своего прегрешения, он подобен тому, кто не грешил. То есть все ошибаются. Но Господь, пока человек не умер, дает возможность повернуться с этого пути. Вот это самое важное. И из-за того, что он за какой-то свой недостаток сел в свое время, это не значит, что те, кто на свободе, они не делали того же самого. Или еще чего-то хуже. Просто они вот не попались. Или это не значит, что среди нас ходят только одни ангелы. То есть мы живем в таком обществе, в такое время. Но если этим людям мы не поможем... Вот представьте, человек вышел на свободу. И он не может просто купить хлеб, у него вот нет денег. Что он будет делать? Он будет делать опять преступление, то, что он когда-то делал, может быть. Он к этому вернется. То есть ему обязательно нужно помочь. То есть у него должна быть возможность выжить. Если даже маленькую мышку, там, я не знаю, загнать в угол, она бросаться начинает на человека. То есть она вынуждена, то есть нельзя доводить этих людей до такой ситуации. Поэтому я и сказал, помогая им, в первую очередь, мы помогаем сами себе. Потому что наши дети будут общаться с его детьми. Он будет ходить в том обществе, где ходим мы. И в темной подвороте мы не хотим увидеть такой, там какой-то свист, и чтобы у тебя садака попросили. Попросили. А? Ну, деньги попросили. Ну, я с этой стороны тоже скажу, что я считаю, чтобы для того, чтобы увидеть небо, иногда нужно упасть на дно колодца. И мы знаем, что человек, который первый вошел в Царство Небесное, был разбойник, который висел со Христом на кресте. Мы прожили тяжелую эпоху, там, 90-х годов, и люди, порочные люди, совершившие немало преступлений, по истечении лет осмысливали и менялись. И я среди своих прихожан знаю очень искренних, благочестивых людей, которые пережили эпоху 90-х. Знаете, многим из них не изменить свое прошлое, но их прошлое изменило их самих. Вот. Поэтому Бог верит в нас, несмотря на то, что о нас все знает. Поэтому, наверное, мы тоже не должны терять веру в своего брата или в свою сестру. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Отцу Ткаченко тоже вопрос по поводу вашего предыдущего вот мнение о сборе средств для детей, благодаря показу таких детей. Вот часто те же благотворительные фонды говорят о том, что им намного проще собрать деньги, например, на лечение ребенка, если показать какую-нибудь миловидную, там, голубоглазую девочку с длинными волосами, с большими глазами, и люди соберут столько средств, что хватит на лечение и этого ребенка, и, предположим, еще 10 менее миловидных детей. Вот вы призываете СМИ все-таки думать о других способах. Вот вы какие другие способы? Я считаю, это неправда, и мой опыт показывает, что люди чаще всего отворачиваются от этого. И это стереотип, что под девочки с голубыми глазами, для лечения девочки с голубыми глазами дадут больше денег, нежели там, темноволосого
темноволосому мальчику из Ингушетии. Знаете, человек, грантодатель, любой человек, который, ну, в принципе, готов к благотворительности, скорее отреагирует не на фотографию, а на какую-то историю, которая рассказывает о личности этого человека и о том, какие возможности он бы имел, если бы эта болезнь не остановила его. И вот здесь роль вас, журналистов. Вы пишете не о боли, а вы пишете о личности, вы пишете о судьбе. И вы не вызываете жалость, а вы хотите найти друга для этого мальчика или этой девочки. Вот если вы в вашей статье сможете раскрыть какую-то его личную черту и скажете о том, что он, ну, он хотел стать великим художником, но он этим занимался, болезнь его остановила. А давайте поможем ему вернуться в профессию, давайте поможем ему увидеть, как восходит солнце над египетской пустыней, давайте поможем ему увидеть, как выглядит замечательная вот мечеть в Булгуре, да, среди снега. Да, да. Давайте раскроем перед ним краски жизни. От нас требуется очень малое. Вы найдете себе для этого мальчика больше друзей и помощников, нежели если просто расскажете о том, что мы бедники и несчастники. Вот. Но это уже тот талант, который вы, как журналисты, можете посвятить для того, чтобы принести реальную пользу. Дополню. Да, конечно. Я дополню. 7 сентября очередная годовщина была трагическая, со дня гибели целой команды хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. А после гибели всей команды практически вдруг узнали, что Иван Каченко, ваш однофамилец, за всю свою карьеру он перечислил 9 996 300 рублей. И последний взнос он сделал 500 тысяч рублей прямо перед полетом, перед трагическим полетом. Об этом узнали попозже, уже когда. То есть назовите хоккеиста, который перечислил. Наверное, есть такие люди, которые, да, там, любого спортсмена. Вот это, я считаю, личный подвиг. И причем он перечислял и говорил: ребята, меня не называйте. Вот это, когда он дает денежки на лечение, адресно. Вот это, ну, я лично считаю, что это человеческий подвиг. Причем он оказывал, я смотрел список, кому он дарил деньги, да, абсолютно разношерстные, там, не только русские, не только там татары. Там. Вот, вот яркий, с моей точки зрения, пример. Да? Человек почти 10 миллионов по тем деньгам отдал на лечение. Вот, как бы, если говорить там про картинку, вот Хазрат правильно сказал, тут, наверное, нельзя сказать категорично да или нет. Там, на миловидную девочку, на мальчика, который там вызывает, конечно, очень много споров, то, что вы сказали. Как бы там слезу вышибает. Но как раз, когда мы с вами начали работать, Арсений Евгеньевич, помните, мы говорили, что не должно быть жалости к этому. Да? Да? Вот самое поганое, с моей точки зрения, то, что, когда там уси-пуси, ты завтра умрешь. Все. Вы убиваете этого ребенка. Общайтесь с ними на равных. И когда вот мы говорим с Александром Евгеньевичем, особенно его-то в работах, если человек сидит, ребенок сидит в коляске, там что нужно делать? Немножко как бы стать, как бы, ну, да, присесть, да, на одном уровне, чтобы было общение. Они так: уси-пуси, ты завтра умрешь. Ну нельзя так. Или там говоришь там: все, давайте успею сегодня денежки отдать, чтобы ты там пожил еще хотя бы. Ну это же неправильный подход. И, к сожалению, вот наши коллеги, большинство, как бы, ну, не знают элементарных, может быть, правил поведения с больными там, детьми. Когда я лично был в хосписе, для меня тоже было непривычно. Но в прошлом году мы, как бы, устроили большой праздник. Выступала группа «Обморок и мама». Шикарная питерская группа «Обморок и мама». Нет, обморок и мама. Обморок и мама. Обморок и мама. Нет, сначала группа так называлась — «Обморок и мама», но потом сказали, вы не так. И мама обморок упадет от того, что они поют. Они поют группу «Ленинград» с узбекским напевом. То есть, когда тормозит меня мусор, на узбекском таком наречии это звучит очень шикарно. Вот эти «Расцветали яблони и груши».
Вот, люди пришли повеселиться и повеселить, сделать праздник для детей, для их родителей. Может быть, даже, скорее всего, больше для родителей, наверное, был, да, Сергей Евгеньевич? Я не знаю, как это назвать. Для меня тоже было колоссальное удовольствие. Ходили татарская гармошка, пришли евреи с компотом, пришли таджики с пловом, татары там с чем-то еще, кроме гармошки. А калмыцкая там все, вот эта русская кухня была представлена. Вот это был праздник, да, вот это была мотивация, вот это был повод устроить праздник. Okay. Спасибо. Я вижу, есть вопрос, но вот пока мысль не ушла, вы тоже очень интересный такой в обществе неоднозначно воспринимаемый момент сейчас упомянули. У нас есть определенное, уже наблюдение, что значительная часть людей, осуществляя какие-то жертвования, что называется, золотыми буквами. Если не просят, то, во всяком случае, точно их имена выбиваются, что вот они пожертвовали. И есть действительно люди, которые вообще остаются неизвестными, хотя их суммы пожертвований значительные. А есть люди, которые просто жертвуют стоящему рядом с церковью, с мечетью. Садака, я насколько там знаю, это вообще безымянное, да, это что-то человек кладет, жертвует, и все, он уходит безымянным. Вот как ваше отношение к тому, что для некоторых очень важно обозначить это, свое участие в той или иной благотворительной акции, или, в общем, нет тут... Садака, действительно, правило такое, что правая рука не должна знать, что творит левая рука. Но есть другое понятие, как закят, это... со свободного имущества 1/40, 2,5%, то есть верующий человек отдает в пользу нуждающихся. Там это 8 категорий людей определенные, в Коране они прописаны. Отсюда мы понимаем, что есть... То есть для чего закят дается открыто и явно? Чтобы побуждать других. То есть другой человек, он говорит, вот он мой друг заплатил, почему я не должен платить, я тоже буду выполнять этот приказ. Садака же она дается скрыто, то есть два варианта, они приемлемы, но... Если человек дает и дает, то есть на показ, он, то есть свои, как скажем, духовные награды, он уничтожает, он уже получил награду здесь. То есть ради кого ты это сделал? Ты уже получил, люди тебе похлопали, сказали спасибо. Но что касается результата, то результат, может быть, получится, этот ребенок получит свое лечение, то здесь больше плюсов, нежели минусов. То есть минус для него, так как он сделал это открыто, может быть, погордился в этот момент, уничтожил свои духовные награды. Но есть плюс, что хотя бы до ребенка это дошло. Это возвращаясь к старому вопросу, то есть поставить фото есть минус, но иногда не поставив фото, мы можем просто упустить шанс. Угу. То есть не все однозначно. Спасибо. У вас есть что добавить? Да, я как бы... Тщеславие – самый распространенный грех. И, конечно же, большие жертвователи хотят оставить... себе память в истории, воздвигнуть память нерукотворной. Вот. Но с другой стороны, это может побудить других следовать примеру. То есть может быть объективная польза, вы абсолютно правы. Ну хорошо, когда правая рука не знает, что делать левая. Но вот, а как иначе привлечь внимание к своей деятельности, если, например, не рассказать благотворительному фонду о том, что он делает? Сейчас мы находим какие-то иные определения этого, да, мы там, это публичная отчетность, мы должны присутствовать в социальных сетях, должны рассказывать о себе, для этого мы приглашаем журналистов познакомиться с какой акцией благотворительный фонд провел, или там делаем рассылку, веерную рассылку по СМИ, пресс-релиз, там, пост-релиз, вот. Потому что если фонд не будет узнаваем в медийном пространстве, ему просто никто денег не даст. Нет, о фонде речи доверить, нет. Да. Фонд – это некая безличная структура, занимающаяся поэтому, очень элементной деятельностью. Сказать, наверное, все-таки критерием является нравственная оценка того мотива, который побудил тебя рассказать о себе. Угу. Да. Тщеславие – мой самый любимый грех. Фильм «Адвокат дьявола». Вопрос у вас, да? Дмитрий Киселев. Работает он, да? Работает, да. Дмитрий Киселев, «Регионы России». Вот будьте добры, вот много здесь говорили о различных журналистских подходах в освещении благотворительности. Вот бывали ли случаи, что вы отказывались общаться с журналистами, и каковы были причины этого? Дурак. Просто не хочу общаться. Были такие случаи. И приходит человек, я понимаю, дали какое-то журналистское задание.
срочно писать статью. И вот приходит такая профурсистка и говорит: скажите, пожалуйста, вот тут дети умирают. Нет, они у нас тут живут. Как? А я читал, что они умирают. Я говорю: девушка, давайте вы сначала вот почитайте что-нибудь о хосписе. Да, тогда наша беседа будет содержательной. Я вам расскажу о мотивах людей, которые здесь работают. Или о том, как мы пытаемся наполнить интересными событиями жизнь каждого человека. Потом, почему дети хотят сюда вернуться. Ну, такая она дура, ей неинтересно. Ну, и мне тоже неинтересно. Иди отсюда. Честно говоря, я имею право не общаться с теми, с кем не хочу. Да. То есть, ну, когда действительно некомпетентный человек, там, или ты знаешь о помыслах, что уже изначально хочет просто негатива, да? Да, есть такие. Поэтому, то есть не так, что вот ты встретился, разговариваешь, и просто повернулся и ушел, но бывает просто уже отказываешься от встречи, такое бывает часто. Провокаторы бывают. Вот, да. Я помню нашу встречу, Сергей Евгеньевич, когда я приехал в первый раз в хоспис, там был один мальчик. Его отец, я помню, его отец за ним ухаживал, убирался, и он сказал вам одну фразу: мы прожили еще один день. Mm-hmm. Как отчет, да, что мы еще живем, мы и будем жить какое-то время. Ну, конечно, когда коллеги заявляются с вопросами, абсолютно не зная ни конфессиональную часть, ни уважительно обращаться к интервьюеру. И что касается особенно, вот говорят же, там, а зачем вы ходите в тюрьмы, хазрат? Зачем вы там? Эти же тюремщики, это же конченые люди. Ну, так же говорят, да? Бывает, наверное, да? Некоторые такие вопросы задают. Зачем? Когда вы там будете, я к вам тоже приду. Хороший ответ. Главное, оптимизма много внушает сразу. А тут без оптимизма нельзя, понимаете? Как же, да? Может быть, такой черный юмор и присутствует, наверное, да, Александр Евгеньевич, как вот в работе, да? Вот мы же циники, журналисты, мы же вообще там... Нет, если среди вас хорошие. Да, я надеюсь, вы про меня или... Там... Ну, вы, вот Лайсан. Еще вот так, да, получается, что у нас время программы подходит тихонечко, да, к завершению. Если есть вопросы, вы еще дайте мне знать. А пока вот несколько таких завершающих я попробую. Вопрос есть, да? Сейчас тогда я один, нет, да, сформулирую. Если позволите. Мы как-то акцент так сдвинули. Ну, это действительно очень существенная составляющая благотворительности на финансовую часть. На деньги. Какие есть, ну вот, то, что вы рассказывали о работе, скажем, с теми, кто находится в местах заключения, это уже не совсем денежная, да, составляющая в этой работе. Какие формы неденежной, скажем, нематериальной вообще поддержки тех, вы считаете важным и недостаточно пока отраженными, в том числе и в средствах массовой информации, которые могли существенно вот, привносить в общество некую вот, благость, некую благотворительность привносить. Ну, не все богатые, не все достаточно состоятельные, не все могут себе позволить в нынешней ситуации, ну, реально, что называется, рублем поучаствовать. Но не только, наверное, этим и можно. Мы, наверное, все помним рассказ Тимура и его команды. Угу. Вот, мне кажется, здесь есть ответ на многие ваши вопросы. Что на самом деле можно помочь. Бывает вот, ну, одинокая бабушка, соседка, почему. Вот у нас даже вот в мечети было. Ребята собирались снег почистить. Тем более, вот в прошлом году, помним, очень много снега было. В поселке, где мы живем, очень. То есть понятно, что там основная дорога чистится, но вот бабушка, она не может почистить у своего двора. Они просто пришли и помогли ей. То есть эти ребята тоже великое дело, и они с таким огромным удовлетворением возвращались в мечеть, говорили, вот мы там помогли ей. Затем, например, помню, 9 мая, какие-то праздники были, что-то собирали, продуктовые наборы, заходили ветеранам, там фотографировались ребята, себе в Инстаграм выставляли. То есть им было приятно, что они что-то делают. Это дети, которые учатся в школе, объективно они не могут помочь финансово, это тоже помощь. И в хадисе пророка Мухаммада говорится, что улыбка – это тоже садака. То есть улыбка, то есть можно просто улыбнуться. Человек пришел к тебе что-то попросить, не факт, что ты можешь ему всегда помочь, но если ты хорошо его встретишь, хорошее слово ему скажешь, ему будет приятно. То есть улыбка, хорошее слово – это тоже наша помощь. Спасибо, вы очень хорошо сказали. Про улыбку? Мы совсем забыли, да. Мультик вспомнил. Книгу, так сказать, и привели, и Священное Писание. В современном обществе много форм, когда
мы можем помочь друг другу. И деньги далеко не решают все. Даже имея деньги, сказать, двор-то некому там от снега убрать. Можно про деньги расскажу? Мы в Казани же находимся. Нет, не то, что Казань с деньгами связана. У нас был большой татарский ученый Зайнулла Ишан Расулев. Вот если я вот сейчас не вспомню имя, хозяин мыльной фабрики, сейчас это Нафис, в то время он умер в 17 году как раз. Он жил в городе Троицк. Самое интересное, что некоторые меценаты русские из Троицка уехали после его смерти. Говорят, здесь, говорит, в России, говорит, такой святой человек умер, здесь оставаться нельзя, и революция началась. И вот он, хозяин этой фабрики, позвал его к себе в Казань. Они едут в карете, разговаривают на различные темы, общаются. И вот он ему говорит, вот вы, говорит, строите храмы, мечети, там, мадресы открываются, а народ-то не меняется. Он задает ему вопрос в карете, дорога длинная. Говорит, народ-то не меняется. Все равно, ну все вот это как бы, есть плохие низменные качества у людей, ну люди плохие. Тогда шейх Зайнулла, он показал ему в окно, был дождь, и после дождя они увидели, как маленький мальчик сел в лужу и плескался. Говорит, если я не ошибаюсь, ты выпускаешь мыло, целая мыльная фабрика в Казани. Да, и твой отец, да, и твой дед, вот уже три поколения вы выпускаете мыло. А почему он до сих пор грязный? Он говорит, ну как не грязным быть? То есть пока он не пришел, не купил мыло, он чистым не станет. Говорит, ты сам ответил на свой вопрос. То есть мечети, храмы, мадреса не подобны чистому источнику. И пока человек не пришел к ним, если даже их миллион, если он туда не зашел, не испил, не умылся в них, как он станет чистым? И вот услышав этот мудрый ответ, он говорит, я, говорит, понимаешь, такое время пришло, вот у меня работа, мне нужно зарабатывать деньги. У меня очень много рабочих, нужно им платить. И время такое, что все за деньги. У меня нет времени молиться. У меня все за деньги. Если у тебя есть деньги, ты человек. Если у тебя нет средств, денег, тебя никто за человека не считает. Вот такое время. Ты согласен, Хазрат, или нет? То есть интересный же вопрос. 100 лет назад примерно он был задан. Сейчас такое время, что все за деньги. То есть все решают только они. Иначе, то есть, даже шутят же, счастье не в деньгах, а в их количестве. Тогда Зайнулла Расулев, он был мудрый человек на русском, ой, на татарском языке у нас называют это рухи устас, устас души, то есть наставник душ, тот, который воспитывал людей, ставил их на истинный путь. Он улыбнулся и сказал, я тебе несколько примеров приведу, а потом ответ ты дашь мне сам. За деньги ты можешь заставить работать на себя очень много людей, но дружбу ты за деньги не купишь. То есть я имею в виду не о товарище, от слова товар, ты мне, я тебе, а на самом деле друг. То есть мы же многие товарищи друг другу, то есть там медики, они с медиками дружат, там шофер с шофером, у них есть товарищеские отношения, когда есть взаимопомощь и выручка. Если мне нет от тебя пользы, я с тобой не дружу. Я говорю о настоящей дружбе. Дружбу ты не купишь. За деньги ты можешь построить огромный дворец, но спокойствие в этом дворце ты себе за деньги не купишь никогда. За деньги ты можешь купить себе самый мягкий матрас, матрас же сказать правильно, да, или как пишется? Да, то есть самые лучшие кровати, подушки, но сна ты за них не купишь. За деньги ты можешь купить самую прекрасную пищу и еду, но аппетита ты за деньги не купишь. За деньги ты можешь купить самые дорогие лекарства, но шифа самого излечения ты за эти деньги не купишь. А сейчас, дорогой друг, ответь, все за деньги или нет? То есть кто, отдав свои деньги, остался жить в этом мире? То есть самые огромные миллионеры, миллиардеры ушли из этого мира. И мы тоже когда-то уйдем. Поэтому нужно думать о том, готовиться к той жизни. Браво. Это про деньги я просто... Браво, хорошо сказано. Ну, я продолжу вашу мысль, скажу, что Тимур и его команда нашли способы, как помогать своим односельчанам в то время, а сейчас современное цифровое общество, мне кажется, что помощь может быть в том числе и в этом пространстве, и быть волонтером, медиа-волонтером какого-то фонда, или же репостить информацию о том, что кто-то нуждается в помощи. И это возможно. И, так сказать, это тоже часть вашей будет и профессиональной работы. Если что-то тронуло ваше сердце, вы можете, так сказать, написать статью, рассказать об этом в социальных сетях. Вот. Спасибо. Забудьте про студенческих журналистов. Может быть, ты скажешь? У меня вопрос к обоим священнослужителям. В вашей жизни что изменилось с той поры, когда вы начали заниматься благотворительностью? Вот, кстати, почти предвосхитили мой вопрос тоже. А вообще, стало общество добрее или нет за эти годы? Мы помним, еще несколько лет назад вроде как все было на пике. Вот благотворительность, все стало почти модой. Плохо, хорошо, не знаю, почти модой стало. Сегодня вот изменилась социально-экономическая ситуация очень сильно, политическая.
И вот больше, меньше стало добра. Вот что изменилось, да, вот в общем вопросе так звучит. Можно начать, да? Ну, мы понимаем, что мы делаем что-то правильное, правильное, да, и если даже все люди отвернутся, это не значит, что мы должны остановиться от этого. Что же касается того, что поменялось, мы должны понять, что социальная работа, помощь, взаимовыручка – это не только финансовое, мы уже говорили, хорошее слово, поэтому трудно определить ту границу, когда мы каждый из вас этим занимаемся ежедневно. Каждый из нас, мы что-то делаем. Помогаем маме, это тоже, это же социум, часть социума. Помогаем маме, мы тоже какой-то социальный вопрос решаем в данный момент. А жена, помогая соседу, жене. Как говорил наш первый президент, идешь на работу, да, выходишь из дома, не поругался с женой, уже благотворительность, да? Хорошо сказал. Ну, да. Когда меня спрашивают, свой счастливый день, я говорю, если я сегодня вообще не согрешил, это самый счастливый день. Поэтому, то есть социальное служение, социальная работа, взаимовыручка, то есть много, много синонимов этому слову, но мы всегда этим занимаемся. То есть трудно ответить, если вы говорите про хоспис или говорите о том, что вот у нас фонд «Закят», до того, как я был муфтием, он тоже работал. Просто сейчас он работает под нашим началом, и мы рады, что мы можем это сделать. Объективно мы не можем помочь всем, но если у нас есть возможность помочь кому-то, в первую очередь мы успокаиваем себя, что мы что-то сделали. Потому что Господь в судный день спросит с нас, что мы сделали, мы попытались. Я вспоминаю историю про Авраама, на арабском это Ибрагим, алейхиссалям, пророк Ибрагим, когда царь Намрут его кидал в огонь. Там очень интересная история, притча такая, что когда его кидал в огонь, пришла, то есть ящерица дула на этот огонь, чтобы он еще больше стал. А муравей в своем, ну, то есть у него рот маленький, он носил воду, приносил и туда, ну как плюет, что ли, кидает эту воду, как назвать, идет обратно и это. И тогда его спросили, этому муравей, ты зачем это делаешь? То есть ты все равно не сможешь потушить этот огромный костер. То есть какова польза от твоей деятельности? Он говорит, то есть я не знаю, смогу я это сделать или нет, но когда Господь меня спросит, что ты сделал, чтобы спасти пророка, я скажу, что я сделал все, что я мог. Поэтому нас спросят за то, что мы делали. Нас не спрашивает Господь за результат. То есть мы должны действовать, а результат от него. Мы живем в интереснейшую эпоху. Мы помним, как это считалось благотворительность в нашей стране там, 10-15 лет назад. И мы помним некий хаос в работе фондов, и хаос с отчетностью, и хаос, и формы благотворительности не совсем этичные. Сейчас мы пришли в состояние, когда деятельность фондов публична, когда общество профессионализируется, когда доноры уже не довольствуются своей ролью просто давальщиков денег для фондов, они хотят участвовать в процессе принятия решений, в законотворчестве, они обсуждают некие программы корпоративной социальной ответственности, они хотят, чтобы их сотрудники выбрали какую-то форму благотворительности или социального служения. И мы знаем, что те компании, у которых интересные формы КСО, оказываются более эффективными. К ним приходят работать творческие, инициативные люди, которые поднимают статус компании, даже аукционную стоимость компании на биржах. Общество меняется. И вот за эти 15 лет мы видим, какой оно колоссальный путь прошло. Поэтому, в общем, это очень интересный процесс. Да. Спасибо. Ну и совсем в завершении. Да, и вот еще был есть, бы... да, и еще потом есть? В конце мне одно слово дадите. Хорошо. Ну вот сейчас, что посчитаете важным, обязательно скажете. Но при этом еще вот две детали нам уточните, ну, очень важные, наверное. Вы не то что близки, да, вот, ну, абсолютно вот в одной тональности и работаете, и говорите, и мыслите. У нас существует межконфессиональное взаимодействие вот в работе, скажем, благотворительного характера. Есть ли такие примеры или есть ли такие планы? Ну и, конечно, не безинтересно, для начинающих журналистов и для действующих журналистов, существуют ли сегодня какие-то интересные программы, которые вы могли бы предложить? Ну, вот, я помню, был там специальный там, скажем, большой конкурс, победители которого ездили на стажировку и на ознакомление в Санкт-Петербургский хоспис и вообще в Санкт-Петербург знакомились с опытом благотворительной работы там. Вот есть ли такие какие-то специализированные программы, конкурсы, предложения для тех, кто на эту тему пишет, снимает, вообще в медийное пространство обращает внимание. Можно на первую часть вопроса отвечу?
Что касается, что мы говорим в одной тональности, как бы нет разногласий, мы понимаем, что вот если Россия брать как один дом, это большой огромный дом. То есть мы живем в нем, но квартира при этом у каждого своя. То есть в квартире батюшки будет стоять икона, в моей квартире будет стоять Шамаиль. И понимая вот эти разграничения, мы сможем соблюдать правила общежития. То есть нам будет хорошо и комфортно. Есть вопросы, мы никогда не будем, все сидящие здесь, мы никогда не будем думать одинаково. И даже пальцы на одной руке, они все разные. Но в их разности, их уникальность. И то, что они вместе, они могут сделать что-то полезное. Поэтому у нас могут быть идеологические расхождения, то есть что касается внутриконфессиональных вопросов. И мы, понимая это, вполне логично, что человек православный, он думает, что будет считать, что его религия лучше, нежели моя. И это естественно, иначе бы он ее не соблюдал. Я, будучи мусульманином, буду считать и считаю, что моя религия выше, нежели другая религия. И это тоже естественно, то есть иначе бы я тоже ее не придерживался. Это нормально. И понимая эту инаковость, мы тем не менее понимаем, что у нас есть очень много общих вопросов. Борьба с наркоманией, я не знаю, то есть социальные какие-то проблемы, трудности. То есть у нас настолько много проблем, на которых мы можем объединиться, решая их, что у нас не хватит времени обсуждать какие-то идеологические разногласия. То есть эти разногласия пусть останутся в храме и в мечети. И это вполне нормально, это естественно. То есть если мы как граждане не притесняем друг друга, то есть люди с разным... То есть есть атеисты, это тоже религия, я считаю, потому что это определенные какие-то правила, это своя религия, и вот он атеист. Ну, я его как, то есть как гражданина уважаю, он мой сосед, то есть я не согласен с его идеологией, но это его право. Это его право, я не могу ничего с этим поделать. Я могу лишь показать красоту своей религии, попытаться, показав это, привлечь его на свою сторону, не более. Вот мне кажется, что мы должны вот это понять. Главный термин, что мы в одном большом доме, но квартира при этом у каждого своя. Очень красивая аналогия. Действительно, мы, если мы хорошо знаем каждый свою религию, мы будем уважать и религию нашего соседа. У нас одна большая страна, и лишь совместное участие в жизни этой страны может эту страну укрепить и сделать богатый, сильный, очень уютный для жизни. Поэтому мы все знаем и чувствуем, что над нами единый Бог, а то, что мы, каждый на своем языке, обращаемся к Нему, вот, говорит о том, что мы поистине есть Его чадо. Вот, так что мы не только вместе работаем, еще и одному Богу молимся. Я хотел представить вашему вниманию небольшую книжку, которую мы издали, наверное, 2 года назад. Она посвящена рекомендациям к освещению темы паллиативной помощи в современном мире. Это, без сомнения, то, что вам ваши преподаватели рассказывали здесь, на журфаке. Но мы простые правила этики при освещении темы болезни другого человека изложили лаконично, с небольшими примерами, которые помогут вам при написании материала избегать ошибок. Ну, например, недопустимо использовать какие-то формы, как там, вот, например, вот ребенок инвалид, имеющий инвалидизацию, допустимая форма, да, а говорить, например, там калека, там неполноценный или дефективный, это неэтичная форма, названия, да. Например, вполне этично будет сказать, там, ребенок, использующий инвалидную коляску, недопустимо будет сказать, прикованный к инвалидной коляске. Вроде бы об одном и том же, но по-разному расставленный акцент дает совсем другие краски. Например, можно сказать, ребенок, имеющий онкологическое заболевание, но совсем недопустимо сказать, жертва рака. Да? Вот. Вот книжка, которая поможет вам, тем, кто захочет работать в области социальной журналистики, подготовиться к написанию статей. И мы хотели продолжить традицию конкурса «Не навреди», а конкурса журналистских работ. В рамках этого конкурса вы можете выбрать какую-то социально острую тему и попробовать написать о ней экспертный совет, который будет стать из профессиональных журналистов, куда, так сказать, войдет и ваш преподаватель, и
представители других СМИ, они прочитают ваши работы, они дадут им объективную оценку, ну и победители получат призы. Условия конкурса будут вывешены на сайте Общественной палаты Российской Федерации. Мы, так сказать, вот буквально в ближайшие дни вывесим туда эту информацию. Приглашаем всех вас принять участие. Спасибо. Я думаю, что это, да, это хорошая новость. Я думаю, что мы точно будем участниками этого конкурса, как и в прошлый раз. И не только ради победы, но и для того, чтобы все более детально понять вот глубину той проблемы, о которой сегодня попытались подробно поговорить. Еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Хочу пожелать каждому из нас, чтобы прожить эту жизнь так, дабы в конце жизни могли все сказать вот этими самыми словами: «Я сделал все, что мог». Спасибо. Удачи.